Вот Хиранья-Кашипу совершает эту аскезу. Что происходит благодаря тому, что он совершает аскезу? Он еще не получил результат своей аскезы. Какой результат аскезы он хочет получить? Получить могущество Господа Брахмы, вообще занять его положение. Он еще этого не получил. Он просто в процессе находится. Он просто еще стоит и вот так вот, подняв руки, значит, совершает свою аскезу, там, молится Брахме, да, обращается к нему, позывной, знаете, такой. И что происходит? Он еще ничего не достиг, ну, конечной цели не достиг, но то могущество, которое стало к нему приходить. Вот стоит человек так денек, второй денек, третий месяц, год. Какие-то результаты-то приходят уже. Мощь приходит. От него огонь стал, понимаете, этот огонь, который стал, как сказать, изрыгаться, да, из этого Хираньякашипу, он стал подогревать всю Вселенную. Всем стало плохо. Он еще не достиг успеха, а уже всем стало плохо. Вы представляете, какой кошмар? Я не знаю, был у вас такой опыт, с каким-то человеком общаешься, и просто он еще ничего не говорит. Просто в присутствии этого человека уже всем плохо становится. Или наоборот, в его присутствии всем хорошо становится. И вот еще потенциал, еще он как только накапливает потенциал, но уже та мощь, которую он накопил, уже негативно влияет на Вселенную. По губагам стало жарко. Они все, они сейчас, ну, у них вот перегрев. Они побежали к Господу Брахме спасаться. То есть, понимаете, еще, то есть человек аскезу делает, плоды приходят, и эти плоды уже начинают влиять на окружающих. Если это сознание Кришны, у человека аскеза в сознании Кришны, какой результат будет? Вокруг него людям хорошо становится. Даже если он еще только в процессе находится, да, одно из качеств чистой бхакти – шубада. Шубада означает, все благоприятно начинает приходить. И, знаете, один из признаков святости, что рядом какой-то святой находится, это что животные, которые враждебно, по природе враждебно друг к другу относятся, в его присутствии они начинают дружить. Они не испытывают негативных качеств, как сказать, чувств друг к другу. Один из признаков. Вот такое могущество. Просто сидит человек, и вокруг него такая благодать распространяется. И демон сидит, еще ничего не сделал, он еще в процессе, и вокруг него уже разрушение происходит. Он еще ничего не сделал, а уже всем плохо.